Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что ж, мы находимся в деревне Нижняя Бакетырка. Прямо за нами находятся участники весеннего эндуро квада ориентирования, которое проходит этим прекрасным днем. Спонсором данного мероприятия является магазин «Мотомир Глазов». Всегда вас там ждем, вам всегда помогут с приобретением техники и подборкой запчастей. Подготовка полным ходом. Главное, которое отзывает все точки за минимальное время. Соответственно, следующее и так далее. Мотоориентирование, фактически, является полным аналогом обычного спортивного ориентирования за исключением того, что участники передвигаются на мототехнике. Участники в командах преодолевают трассу, ориентируясь на местности по карте легенде. На карте обозначены контрольные точки, которые необходимо найти и сфотографировать, причем на фото должна быть видна техника и номер точки. Каждая контрольная точка имеет стоимость в очках. Команда, набравшая максимальное количество очков, считается победителем. При равенстве очков победитель выбирается по наименьшему времени гонки. Так, ну все получается, все нравится, парни? Да. Значит, метку нашли? Да. Как ваши эмоции, парни? Ой, очень классно. Вот точка там. Вот точка, знаешь, вот точка там. Поиски точки на карте. Так, парни ищут точки, не могут найти. Сверяю все карты. Как они здесь ездят? Но эта техника специальная. Что один цветочек, идем пока приехать в квадроцикле. Но, конечно, интересно. Мероприятие очень организовали. Очень сложные точки, очень трудные, доступные места. Помимо всего прочего, на данном мероприятии присутствуют не только одиночные, но даже ездят целыми семьями. И хотели бы мы вас задать вопрос, понравилось ли вам данное мероприятие? Как было легко или просто участвовать в нем? И какие были препятствия, сложности и трудности? Ну, нам очень понравилось, да, Саш? Я вообще первый раз, у меня с муж с сыном катаются обычно. Так. Я поехала первый раз, мы нашли 12 точек из 20. Устала жутко. Жутко устали. Да, но нам повезло с погодой. Замечательная погода, замечательные люди здесь. И я думаю, мы будем всегда участвовать. То есть я смотрю, эмоции вас переполняют. Да, адреналин охапнуло сегодня. Все было супер. Да. Вот еще один представитель, между прочим, магазина «Мотомир», который тоже участвует в данном мероприятии. Между прочим, он понимает в технике и может вам подсказать всегда с выбором мотоциклов, мопедов, велосипедов, запчастей, мотобензопил и тому подобное.
Скажите, пожалуйста, как ваш сегодняшний мотопробег? Тяжело. С непривычки, как бы мы не профессионалы. Сколько-то точек мы нашли. Не знаю, сильно устали, вернулись на старт. Как бы главное не победа, а участие. Для себя, ну, какой-то опыт получили. Вот. Помимо опыта, получил ли ты удовольствие от самой езды? Да. Вообще было классно. Природа, хорошая погода. Нам вообще повезло, дождя не было. Ну, погода сама шепчет, как вы, дорогие друзья, видите, да? Еще раз повторюсь, приходите в магазин «Мотомир», всегда вам помогут, потому что ли люди не только продают, но они, собственно, сами ездят и знают это все дело изнутри. Да, приходите, всегда подскажем, поможем, подберем вам мотоцикл. Ну вот, дорогие друзья, как раз прямо сейчас будет вручение призов, а именно шлемов участникам, которые выиграли это мероприятие.